Всем привет, с вами Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 22 апреля 2024 года. Теплица 4 на 18. Здесь я высаживала саженцы винограда. Воздушное укоренение у меня было в баночках, 5-литровочках. В прошлый год видео, кому интересно, поднимаем, смотрим. Значит, по сортам пока не буду ничего говорить, потому что сорта не все еще проверены. Здесь пока молчит. Здесь почечку вижу, надувается, опушается почка. Здесь уже совсем зелененькая. И еще надувается. И здесь тоже почки. Хорошо. Здесь почечка, вот от самого основания, тоже зелененькая. Здесь это могу назвать сорт Велес, потому что это мой уже проверенный. Здесь пошла почка не только с основного, но и с пасынка. Кусочек пасынка оставался. И тоже пошла почка. Это все воздушное укоренение. Здесь пока, ну, не вижу пока ничего. И вот этот долгожданный, это был с открытой корневой системой высажен. Сейчас уже хорошо пошли почки по всей длине. Виноград просыпается весь по-разному, в зависимости от сорта. Я напоминаю, у кого ЧБЗ, он проснется самый последний. Все, всем пока.